всему ряду едет, видишь? Первая полоса уходит прямо и налево, вторая прямо, третья прямо, четвертая на Демьяна Бедного. Здесь мы двигаемся, если по второй полосе, соответственно, мы через перекресток проходим сразу во вторую полосу, вот сюда. Вот сюда. Если бы шли по третьей полосе слева направо, то в третью полосу мы должны были бы идти. Понимаешь? Надо здесь по второй полосе ехать, потому что третья полоса, она потом в итоге заканчивается. Вот мы сейчас увидим, где она заканчивается. Оп, я узнаю главную дорогу, видишь, где и полоса закончилась. Соответственно, надо будет проситься при наличии автомобиля, да, проситься в ряд. Поэтому лучше сразу заранее подготовиться.